Развитие сети многофункциональных центров началось еще в 2010 году. Первый МФЦ в Ульяновске насчитывал всего 25 окон приема заявителей. Но спустя 5 лет ситуация кардинально изменилась. Регион достиг больших результатов, конечно, не без помощи федерального центра. На развитие МФЦ из государственной казны было выделено свыше 30 миллионов рублей. Приобреталось новое оборудование, приобреталась мебель и проводились ремонтные работы. Как я уже отметила, 27 многофункциональных центров, и на сегодняшний день мы выходим в устойчивое развитие наших многофункциональных центров. Мы занимаем лидирующие позиции. Согласно итогам исследования Минэкономразвития Российской Федерации, наш регион вошел в список субъектов с очень высокой эффективностью организации деятельности МФЦ. За второй квартал этого года Ульяновская область также вошла в пятерку самых эффективных областей по доле приема документов Росреестра. Несколько лет назад мы приступили тоже как один из первых регионов к оказанию этих услуг на базе многофункциональных центров. И на сегодняшний день порядка 100% всех услуг оказываются именно в наших центрах. Это довольно-таки высокие показатели для России, потому что многие регионы на сегодняшний день еще оказываются услуги в органах власти. А таким образом мы создаем комфортные условия пребывания наших заявителей на территории МФЦ. Сегодня в многофункциональных центрах всегда многолюдно. Здесь гражданам доступно более 200 различных государственных и муниципальных услуг. Только за последние 10 месяцев ульяновцам было оказано свыше 1 000 000 услуг. Это говорит о том, что жители, несомненно, видят в многофункциональных центрах потребность и удобство. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.